Ллойд Семенде представляет. Фильм Майкла Бафаро. Лос-Анджелес, 2029 год. Работка. В фильме снимались Томас Оуэлл, Скотт Макнейл, Хезер Хансон. Забрался. 2 минуты. 38 секунд. Да, Максвелл, староват ты стал для таких приключений. Спящие псы. Приятный ты, конечно, но тоже устаревший. Оператор Дэйв Пелетре. Теперь вниз. Композитор Питер Аллен. Продюсеры Ллойд Семенде и Мишель Гахаган. Сценарий Кристофера Хайда. Режиссер Майкл Бафаро. 6 часов. Начинаем выпуск новостей. Не ожидается колебаний цены на изумруды, которая составляет $21.50 и не изменяется с тех пор, как компания Sanchez Boone International взяла под свой контроль местный рынок. Второй выведен из строя.
Как стало известно, капрал Валенс в тюрьме Титан. Еще один беспокойный. Ладно. Наутиль тебя сдать надо. Свихнулись они на видеомониторах. В техническом отношении это просто ерунда. Руки на голову. Привет. Немедленно. Уже? Что там у тебя? Что? Я тысячу несчастливых случайностей избежал, а вы, мальчики, захотели мне все взять и испортить. Да, сегодня точно не самый счастливый мой день. Колпак для вашей защиты, мистер Декстер. Незачем вам видеть мое лицо, особенно когда я в плохом настроении. Вы получаете то, за что платите. Охрану. И плачу, между прочим, дорого. И лучшими самоцветами на планете. Так что не держите меня за дурака, мистер Декстер. Мы оба знаем, что без моей компании, моих изумрудов, экономика страны рухнет. Совершенно независимо от вашего агентства. Миру не нужна ваша дохлая валюта. Мир желает получать мои изумруды. Вот что хочет мир. Изумрудов. Что это вас так пробирает, Бун? Вы не первый плут, с каким мы имеем дела. Хорошо, если вы поймете это наконец и оставите попытки надуть агентство. Агентство, не стоит вам шутить со мной. Я уже был осужден и отбываю наказание в 3 пожизненных срока. Так что же мне терять? Угрожаете? Угрожаю? К чему мне это? Я предпочитаю вести переговоры к нашей взаимовыгоде. Агентство не вступает в переговоры с преступниками. Это незаконно. Законы меняются. Мастер на все руки, так, кажется, говорится. Исповедь полезна для души, мистер Декстер. Почему вы не хотите признать, что это маленькое собрание, организованное вами, лишь очередная уловка? Вы сумасшедший, Бун. Никто не собирается перехитрить вас. Конечно, нет. Потому что как только вы попытаетесь это сделать, я раздавлю вас, как таракана. Ah!
Проверка. Один зуб. Пока один. Проверка. Мои мальчики умеют конструировать всякие милые безделушки. Я разделаюсь с тобой очень вовремя. Молодец я. Зачем же было брать несколько камней, когда вы можете присвоить все? Как вы узнали? Для вас это уже абсолютно несущественно. Жить вам осталось пару секунд. Даже если ваши люди в 5 шагах отсюда, они все равно не успеют прийти к вам на помощь, к сожалению. Вы не посмеете убить меня, я правительственный агент. Боюсь, твое правительство уже свергнуто. Нет. Господи. Ты сам на это напросился? И твое хреновое агентство? Сколько? Не могу сказать, но один наш застрелен. Могу я... Тихо. Надо убедиться, что встреча подготовлена. Сюрприз. Где они камни хранят? Открой личико. Конфетка в обертке. Меня зовут Пандора, а не Конфетка. И ты мог убить меня, идиот. Так где они хранят камни? Вот там хранятся камни. Охрана? Один. Хьюго. Отлично. Шутник. Шашку бросить? Да. Какого лешего ты здесь делаешь? Ты единственный с оружием. Давай, обход пора делать. Пойдем, раз пора. Зараза. 13 влево, 12 вправо, 7 влево. Правда, я очень наблюдательна. Блеск. Иди сюда. Идем, пойдем. Пошевеливайся, двигайся, двигайся, вперед.
Я тебе рассказывал, что мой любимый цвет зеленый. Нет, скажи лучше, подобные шалости тебе всегда удаются? Не иронизируй, конфетка. Я грабил банки, когда ты пешком под стол ходила. Кстати, как ты оказалась в этой дыре? Я тебе задал вопрос. Если коротко, мой отец проиграл пари, что отразилось и на конфетке. Надень-ка. Выходите, иначе взорвем дверь. Что еще? Да, забраться нетрудно. Для тебя возможно, но у меня головокружение от высоты. Не могу я тебя оставить. Не могу. Я найду, как выбраться. Не волнуйся. Пандора, у меня появилась идея. Хотя сильно сомневаюсь, что ты одобришь ее. Какая? Слишком их много набежало. Очнись, пора вставать. Ты ударил меня? Я тебе жизнь спас. Может, ты знаешь, как выбраться отсюда? Вот этим путем. Сюда. Ты шутишь? Нет. Ни за что. Это лучше, чем сидеть здесь и ждать вознесения. К слову сказать, с помощью тех, кто приближается к нам сзади. Господи! Они здесь! Взять их! Сейчас возьмем! Да ты мог убить меня. Да ты вообще слышишь, когда я с тобой разговариваю? С первой минуты, как только увидела тебя, я поняла, что ты самый... Сейчас возьмем их. О, боже. Стреляй.
Ладно. У тебя есть какой-нибудь план? Или ты собираешься убить меня при любой опасности? План только один. Убраться отсюда. Побыстрее. Вопрос, каким образом? Не уходи. Мне нужен кто-нибудь вроде тебя. Первое отделение вперед. Сдавайтесь, полиция. Нам нужна воздушная поддержка. Вперед! Вперед! Уголовники по одну сторону, копы по другую. Переберемся к копам. Я и копы полностью несовместимы. Ты можешь идти, но без меня. Ладно. Так чем мы займемся? Сюда. Залезай наверх. Постой. Теперь. Давай. Теперь спускайся. Вот сюда. Ну, быстро, быстро. Не выношу замкнутого пространства. Предпочитаешь гроб? Неплохой стимул. Достал я тебя, Бун. Мама может гордиться тобой. Очень смешно. Напрасно ты так старался. Ничего тебе не поможет. Прокурор подписал бумаги. Дальнейшая судьба твоей задницы решена. Завтра в это время ты будешь в тюрьме на Титане. Ты наверняка слышал о ней, верно? Хорошая тюрьма. Каменная стена не означает неволи.
Решетка не значит клетка. Чего? Ричард Ловелас, серый ты. Он один из величайших поэтов вселенной. Поэт? Даже рифмы нет. Уведите его отсюда. Нельзя добавить немного воздуха? Не трогай. Не трогай. Что случилось? Как бы тебе объяснить? Случилась блокировка. Механизм сработал, люк закрылся. Хочешь сказать, мы отсюда не выберемся? Мы здесь останемся? Ты верно оцениваешь положение. Да. Вооруженные силы Кубы. В моей работе бывают разные внештатные ситуации. Во всяком случае, контейнер должен быть отправлен куда-то. Титан, колония строгого режима. Конечно, если их всех уничтожить, места, подобные тюрьме на Титане, не будут нужны. Да, сэр. С другой стороны, мы останемся без работы. Да, сэр. Как дела, Стокер? В порядке. Корабль идет по графику? Да, сэр. Прекрасно. Скоро мистер Санчес Бун предстанет перед нами. Очень я его жду. Боже, псы вырвались на свободу. Гав-гав. Гав, Вильям. Педофилия. Скотоложество. Несчастные зверьки. Джордж Ньюман ручался. Вилли Бой Прут, сексуальный психопат, наемный убийца. Сегодня счастливый день для меня. Дурные вести. Есть у тебя идея? Господа, мы спящие псы. Лучшие из лучших. Как я могу называть вас? Зили, мисс 4R? Как только вытащите меня отсюда, можете называть так, как только пожелаете. Самсон.
Верно? Точно, мистер Бун. Идиот. Ненавижу закрытое пространство. Господа, возьмите оружие. Я нашла одежду. Велики ли повреждения от метеоритов? Нет, лишь слегка задели корпус. Скорпионы. И не думай. Они уже много лет не делают приличных автоматов. Прости. Милый, что ты делаешь? Откровенно меня соблазняешь. Хочешь, чтобы я тебе глаза через задницу вытянула? Тогда держись от меня подальше. Понял? Зи, подойди на минутку. Согласно компьютеру, мы держим курс в колонию на Титане. Не мой выбор места назначения. И не мой. Но в этой, образно говоря, огненной колеснице мы можем лететь, куда пожелаем. Но недолго. Старую неповоротливую посудину нетрудно догнать. Да. Но такого масштаба корабль должен иметь на ходу хоть одну приличную космическую лодку, верно? Да. Только на планете Титан установлено 90 видов радаров для обнаружения подобных лодок. А мы захватим корабль, отправим его вместе с экипажем таранить поверхность планеты, осуществим мою концепцию реформирования колоний. А сами скроемся на лодке. Прекрасно. Но корабельную лодку должен кто-то выпустить в космос. Пилот или пассажир? Кто нам нужен больше? Мне нравится ход ваших мыслей. Это превосходный план. Да. Но только ваш план полетит ко всем чертям. Поправь, если я ошибаюсь, мне кажется, что мы в глубокой заднице. Ты правду хочешь, чтобы я ответил? Нет, не отвечай. Какого дьявола? У меня масса претензий. Я просил разбудить меня. И никто этого не сделал. И кофе мне не принесли. Не убивай их всех. Дорогая. Минутку, подождите. Как ты думаешь, куда ты сейчас отправишься? Всем оставаться на своих местах. Санчес Бун, а что у вас тут происходит? Веселитесь. Убирайся из рубки. Ты! Ты!
имя и ранг. Джон Типпер, офицер. Как ты назвал себя? Свини, главный инженер. Главный инженер. Что думаешь? Возьмем его. Он подал сигнал бедствия. Убийца. Терпеть не могу этих глупых сигнализаций. Кто-нибудь вырубит эту штуку, наконец? Неправильно ты поступаешь, капитан. Нет. Поправь, если я ошибаюсь, мне послышалось, что безумный бунт собирается сделать так, чтобы корабль рухнул на планету. Ты не хочешь рассказать мне, как мы сможем остановить его? Не знаю. Ты придумаешь план за пару секунд до катастрофы? Пока ничего не могу придумать. Если мы негодяи, то можем разыскать корабельную шлюпку и удрать отсюда. Но мы так не сделаем, правда? Самсон? Кажется, будет неверным ходом и наша попытка отобрать корабль у Буна с его ребятами. Как ты отнесешься к моему предложению побродить по кораблю и поискать овечек, отбившихся от стада? Да. По дороге поболтаем о твоей мамочке. Я вор, а не какой-то вооруженный подонок. Отсюда следует, что на шлюпке мы не удерем. Совершенно верно. Можешь сообщить наши планы на будущее? Мы с помощью радио попробуем вызвать помощь. Вот что мы сделаем. Что за ерунду вы несете? Свяжите меня с капитаном, я хочу получить объяснение. Трансляция из рубки Винитраска, сэр. Но это не капитан. Так кто же это в таком случае? Господи. Это Санчес Бун. Что вы сделали с капитаном Александровым? Капитан? Теперь... кружится по ближайшей кораблю орбите. Было не очень умно с его стороны подавать сигналы бедствия. Он меня разочаровал. Я взорву твою полную мани величия задницу, Бун. Твою и твоих псов. Понял меня? Понял. Ты что, убьешь и всех заложников? Мы умеем приносить жертвы. А карьерой своей тоже пожертвуешь? Убить меня — это одно. А сделать ростбиф и тост из всех членов экипажа — нечто иное, я полагаю. Ты со мной согласен? Он прав. В вечернем выпуске новостей это прозвучит скверно. Почему бы вам еще раз не подумать? А потом вы свяжетесь со мной, и мы договоримся. Не буду я вести переговоры с тобой, ублюдок. Еще как. Будешь. Может, связаться с консультантами на Земле? Зачем? Обсудить ситуацию. Обсудить? Нечего тут обсуждать. Слышишь, Стокер, я не собираюсь вести переговоры с Буном. Никогда. Может, нам стоит покинуть корабль, возьмем лодку и будем надеяться, что Валанс не обнаружит ее на радаре. Иногда нападение – лучший способ защиты. Валанс уступит, я уверен в этом.
Хочу, чтобы 20 штурмовиков находились в состоянии 5-минутной готовности. Да, сэр. Кто на связи? Хаверти. Он молодец. Я знаю его по академии. Что скажете по поводу предложения Буна о переговорах? Это его обычная уловка. Хитрость. Проделка. Мы позволим ему поговорить с нами. Может быть, выясним, что он задумал в действительности. Ты правда пойдешь на переговоры? Конечно, нет. Он использует их в качестве предлога для того, чтобы скрыть от меня свои намерения. Какие? Подготовить штурмовиков и отобрать у нас корабль. Что же еще? Мэйдэй, Мэйдэй, есть кто-нибудь? Говорю тебе, никто нас не слышит. Надо самим выбираться. Мы что-то засиделись в одном месте. Своего рода барьер. Сигналы не поступают. Выключи радио. Каков наш статус? Подходящий для тюрьмы на Титане. Вероятно, стоит подготовиться к встрече с Эдми Валанса. Нужна первоклассная радиосвязь. Сделаем. Доложи. У нас порядок. Хорошо. Передай Броку, пусть он устроит несколько взрывов в грузовом отсеке. Самсон, Виллибой, я хочу иметь список всех заложников. Немедленно. У меня и так дел полно. Я немного покалечила тебя снизу, Прут. Может быть, теперь ты хочешь, чтобы я укоротила тебе язык? Нет, спасибо. Мне хватило. У Буна совсем мозгов не осталось, словно вакуумным насосом выкачали. Вы уверены, что не хотите взять командование штурмом на себя? Не глупите, Стокер. У меня и так все под контролем. Да и вам здесь быть не обязательно. Сообщите Хаверти, с момента начала атаки я требую соблюдать радиотишину. Да, сэр. Сохранять радиотишину. Готов к выполнению команды, сэр. Так уничтожь этого сукиного сына! Как Валанс будет разыгрывать действия? Попытается спрятать свой корабль в нашем хильваторе. Стандартная тактика Академии. Но ты знаешь, как обвести их вокруг пальца, верно? Если известно, что следует искать. Не ожидают они, что мы атакуем так скоро. Могу поспорить. Да, сэр. Похоже на вызов с корабля. Прошло менее получаса с тех пор, как он пошел по следу. Любит она меня или нет? Любит. Что-то ты неважно выглядишь. Крысы. Маленькие. Ненавижу крыс. Крысы на чердаке. Крысята. Здесь. Нет, больше крыс.
Самое время рассказать мне о плане Б. Бун был прав. Есть двухместная лодка недалеко, около грузового отсека. А я думала, ты скажешь, что мы идем спасать экипаж. Не сейчас. Бун и его киборг, пока не уничтожат экипаж. Им нужны заложники. Нам неизвестно, ведет ли он переговоры с Титаном. Один наш неверный шаг, и Бун расстреляет их всех. Все, что тебе нужно сделать, изменить навигационный модуль. На корабле должна существовать резервная радиостанция. И сигнал тревоги. Ты сейчас выдумал план? Или выполняешь разработанный ранее? Вернусь в грузовой отсек и раздобуду оружие для заложников. Невозможно поднять мятеж без мятежников. Звучит, как будто тебе предстоит простенькая работа. Займись модулем. Рут. Вилли Бой. Сумеешь отыскать дорогу? Возьми. Это записи. Я делал их для книги, которую собираюсь написать. Наконец-то. Я уж было подумала, что все это время ты разговаривала сам с собой. Какого черта ты полагаешь, я должна делать с этим? Мы захватим корабль и отправим его вместе с экипажем таранить поверхность планеты. Осуществим мою концепцию реформирования колоний. Этим прибором очень удобно пользоваться. Когда они доберутся до нас? Через 16 минут 22 секунды. Он может взорвать корабль и раньше, как только мы будем в зоне досягаемости его оружия. Опасаюсь, что присутствие на корабле заложников не остановит Валенса. Мне не по душе идея взрывать невинных людей, так же, как и тебе. Да, сэр. Вероятно, мы должны уведомить инструкторов на Земле. Процесс мышления предоставьте мне, лейтенант. Как скоро Ханерти достигнет борта корабля... Через 13 минут. Думаешь, мы успеем подготовиться? Мы просто обязаны встретить их радушно. Испанские наземные мины. Вот не ожидал. Да, это вещь. Руки вверх. И медленно. Это мой личный контейнер. Если вы безбилетный пассажир, вам придется найти себе другое потайное местечко. Сними ремень. Вы не можете убить меня без штанного. Хотелось бы надеяться... Ты дурак. Не более, чем ты, который намерен стрелять здесь. Одна искра и взлетит все. Да кто ты такой? Я ремонтник. Присаживайся. Мины, на которых ты устроился, могут сделать больно твоей попке, понимаешь? Ты взаправду тронутый. Возможно. Не вставай, сиди. Отдыхай. Виват, Испания.
Тамбур номер 3. Мистер Бун, кажется, у вас появилась моральная проблема. Кое-кто из псов погиб. А Самсон совершенно ненамеренно то впадает в сон, то становится исключительно пассивным. Они не осмелятся. Кто-то открыл воздушный тамбур на корабле. Наверное, робот какой-нибудь. Пойди и найди его! Говорит Пандора Краймс. Я на борту Юнитраска. Титан, говорит Пандора Краймс. Бун собирается уничтожить всех нас. Экипаж корабля и обитатели Титана, помогите! Это еще что такое? Она назвала свое имя и говорит что-то об убийстве. Бун пытается обмануть нас. Проверь, есть ли имя Пандора Краймс в списке членов экипажа. Какую ловушку расставляет Бун? Такого имени в списке не значится. Бун пытается заловить нас в ловушку. Может быть, еще раз проверим? Отключи связь. Возможно, Хаверти попадет в расставленные сети. Не говорите глупостей. Как только они проникнут на корабль, Буну придет конец. А экипаж Юнитраску? Жизнь полна взлетов и падений. У них случится падение. Передайте Буну, что расставлять мне такие простейшие ловушки глупо. Ему должно быть стыдно. Исключительный идиот. У меня есть доказательства. Что за доказательства? Мы захватим корабль и отправим его вместе с экипажем таранить поверхность планеты. Плохо слышно, повторите еще раз, пожалуйста, мы запишем. Мы захватим корабль и отправим его вместе с экипажем таранить поверхность планеты. Осуществим мою концепцию реформирования колонии. Когда штурмовики будут на корабле? Через 12 минут. Превосходно. Я не доверяю ей. Сейчас обман и раскроется. Мне импонирует ваш стиль, мистер Бун. Оставайтесь там, где находитесь. Мы начинаем переговоры и освободим вас. Почему-то я вам совсем не верю. 10 минут осталось. Приготовьтесь. Вилли Бой. Да. Я уже иду. Вилли Бой. Секундочку. Я вовсе не хочу оказаться в безвыходном положении. Ни к чему мне это. Мистер Бун. Кажется, что-то не в порядке. Какой-то подонок похитил навигационный модуль. Использовать лодку теперь стало невозможным. Это плохо. Должно быть кто-то из экипажа. Я думала, Гроган присматривает за ними. Это простенькое дело, сказала она. Эй! Hey!
А где Гарри? Прежде чем разделаться с тобой, я хочу выслушать твое оправдание. Как ты мог позволить диверсанту проскользнуть мимо тебя? Никто не входил и не выходил, ручаюсь. Посмотрим сейчас. Вы можете поверить, на корабле посторонние. Самсон наконец добрался до меня и сообщил их двое. Двое? Мужчина и женщина. Один из них уже здесь. Заложников было 15, а теперь стало 16. Четыре, пять, я иду искать. Разница в весе 112 фунтов. Здесь женщина. Вероятно, одна из этих трех. Развлечемся немного. Стойте! Панда? Что вы собираетесь с ней делать? Что-нибудь отвратительное. Мария Стюарт, королева Шотландии, сказала как-то: сейчас не время для слез. Не время. Королева чего? Простенькая работенка, говоришь? Да уж. На Титане будет не до нас. Голоса тождественны, сэр. Кому? Мужской голос Буна, в этом нет сомнений. Женщина, с которой он разговаривает, киборг класса Z. Я просмотрел список содержимого грузового отсека. На борту находится военное снаряжение, то, что вы заказывали. Бун и его ребята очень неплохо вооружены. Когда Хаверти подойдет к кораблю? Он вплотную приблизился к кораблю, сэр. Дай ему сигнал об отмене штурма. Невозможно, сэр. Вы приказали соблюдать радиотишину. Свяжитесь с ним, кретин! Слишком поздно. Они начинают штурм.
Обратите внимание, здесь вершится история преступности. Нам полагается премия «Космический Оскар». Да, пока не забыл. Так как вы сказали, зовут вашего невидимого приятеля? Я не говорила. Обнаружила их. Класс корабля. Быстроходный патрульный штурмовик. Глупцы, не знают, что их ждет. Долго их еще ждать? Две минуты. Это новейшая модель ручного оружия. Лучшая из тех, что ты когда-либо видел раньше. Поверь мне, оружие действительно классное. Замечательное оружие. Ты уверен в этом, Вилли-бой? Я хоть раз тебя обманывал? Говори. Нет. Нет, 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 нет. Не надо так делать. Давай-ка пристроим. Вот так. Замечательно. Я выгляжу забавно, верно? Достаточно смешно. Застегнись. Что это? Это небольшое радио. С помощью этой штуки можно пошептаться со мной. Пошептаться. Хорошо? Ладно. Ты готов? Да. Ну и вперед. Готовьтесь, мистер Бон. Держитесь, господа. Тридцать секунд до контакта, сэр. Неудачно все это для карьеры. Ждем. Идем. За мной. Ступайте в кабинет. Сейчас начнется. Да, мальчики. Далековато вы от родного дома. Ты был прав, Вилли-бой. Оружие вполне подходящее.
Взять их. Они здесь. Приближаются. Быстро! Не вооружен. На колени. На колени, быстро. Виллибой. Прощай, дружок. Прощай. Виллибой. Хаверти. Хаверти, отзовись. Хаверти. Я хотел бы пожать вам руку, но... Иди ты. Ну и подонок же ты. Список моих слабостей я, пожалуй, занесу и тебя. Знаешь, был бы я обычной сексуальной ориентацией, я нашел бы тебя вполне привлекательной. Освободи мне руки. Это пусть решает Виллибой. Как уж ему удобнее будет. Он вполне заслужил тебя. Рад видеть вас, Гарри. Я Свинни, главный инженер. Мы уж подумали, что-то случилось. Надеюсь, мы подружимся. С Рождеством. Отлично. Где Пандора? Она в руках у Буна. Мне очень жаль, но мы ничего не могли сделать. Она оставила это. Вот. Что же, приступим к действиям. Каков план действий? Вы пойдете? Я пойду выручать Пандору. Соедините с Буном. Валанс хочет поговорить с тобой. Не сомневался. Поговорим, Бун. Время для разговоров окончено, мистер Валанс. Люди действия должны это понимать. На корабле посторонние люди. Ради бога, проявите сострадание к ним. А я не гуманист, мистер Валанс. И, к счастью, не имею всяких глупых комплексов, в частности, сострадание. Что я могу сделать, чтобы вы переменили решение? Молитесь, мистер Валанс. Молитесь. Я уничтожу этого маньяка любой ценой. Какой у них курс? Какой курс, я спрашиваю?
Все еще держит направление на Титан. Сколько у нас управляемых ракет? Шесть. В состоянии боевой готовности. Еще 9 в резерве, сэр. Справимся. Игра еще не закончена. Думаю, что разобрался. Надо просто переключить реле. И что тогда? Что тогда? Электрическая система корабля будет вырублена. Они должны будут включить резервную электростанцию. А нам что это даст? У нас будет энергия, необходимая ему. Можем поторговаться. Свини, да ты гений. Боюсь, я до сих пор не могу понять, зачем вы хотите сделать именно так. У нас достаточно оружия, чтобы отбить корабль. Он убьет Пандору раньше, чем мы начнем переговоры. Кажется, запас нашего времени иссяк. Итак, ваше последнее слово перед тем, как Вилли Бой начнет свой урок любви. Где мой модуль? Где мой модуль? Я жду ответа. Вилли Бой, порежь ее слегка. Немножечко. Не хочешь облегчить душу признанием? Тогда, может быть, тебе язык отрезать? Подонок. Тихо. Скажи, пожалуйста, где мой модуль? Я выхожу из терпения. Убей ее. Он тебя тоже убьет, Вилли Бой. Заткнись! Бун за тебя и гроша ломаного не даст. Игры закончились, Прут, убей ее. Подумай об этом. Мария Стюарт, королева Шотландии. Ты ничего, правда ничего, но я не должен об этом думать. Думать трудно. Бун, что насчет лодки, Вилли? Она ведь на двоих. Двоих? Так кто же из вас останется? Два – это компания. Три – это толпа. Я сам убью ее. Убивайте потом. Хочешь нарушить правила игры? Хватит болтать. Я позабочусь о ней. Заботливая какая. Говорят, глаза – зеркало души. Не щурься. Это тебе не идет.
Иди к дьяволу. Я бы не против. Еще один сюрприз. Забавно. Кто-то переключил реле. Ты можешь исправить? Мы можем запустить резервную станцию. Так запускай. Бун. Санчес Бун. Я Гарри Максвелл. У тебя есть кое-что, принадлежащее мне. Мистер Максвелл. Вот уж нежеланный гость. Мне нужна Пандора. Только тронь ее, и я лично разрежу тебя на кусочки и вырву твое мерзкое сердце. Образно вы мыслите, мистер Максвелл. Однако мы можем цивилизованно провести переговоры. Как мне известно, вы похитили то, что принадлежит мне. У нас есть чем обменяться. Отдайте мой навигационный модуль, а я верну вам подружку. Взаимовыгодная сделка, или вы так не считаете, а? Супергерой. Вы мне льстите, я не супергерой. Но я хочу остаться живым, так что подумай о ваших условиях. Подумаю. Побыстрее решайте, у меня терпение давно на пределе. Итак, ваш выбор. Ну, говорите же. Хорошо, я верну тебе твой модуль, а ты мне Пандору. Великолепно. И мирно разойдемся. Гарантирую безопасность при нашей встрече. Почему я должен верить тебе? Мы договорились, так к чему же обманывать друг друга, мистер Максвелл? В грузовом отсеке через 10 минут. Ты приведешь один. Понял. Жду, не дождусь. Ловушка? Конечно. Не сомневался в этом ни секунды. Он постарается прийти туда раньше. Но мы находимся ближе. Ты не доберешься раньше его. Я знаю короткий путь. Ракета готова к запуску? Почти. Поторопитесь, я желаю, чтобы ни кусочка не осталось от корабля. На корабле невиновные люди. Невиновность, состояние ума. Запускайте ракеты. Шестичасовым новостям все должно быть сделано. Запускайте. Это приказ. Вы меня слышите? Кажется, я недооценил всю глубину привязанности мистера Максвелла к Пандоре. Жаль, что в результате он тоже окажется жертвой. Очень жаль. Ой, как жаль. Но такова жизнь. Что послужит сигналом? Мой выстрел. Я упомянул, что жертв будет две.
Огонь! Свиньи! Огонь! Минуту назад я была уверена, что мы не справимся. Не все закончено. Мне больно. Думаю, мы просто обязаны поцеловаться. Я так давно этого хотела. Ты сумасшедшая. Это я от тебя без ума. Возможно, это пройдет. Тебе грустно? Просто задумалась, как мы назовем наших детей. У нас они уже есть? Нет, но будут. Ты успела заметить, что я немного застенчив? Это пройдет. Как только все закончится, и мы выберемся отсюда. Все закончится. Кстати, Свини, что там насчет Грогана? Минуту. Гроган? Гроган, проснись, ленивый. Время убивать заложников. С удовольствием. Этот был последним. Вы бы там не задерживались. У нас тут не все в порядке. Не в порядке? В какую беду он хочет нас втянуть? С одной бедой мы справились. Угу. Мы получили две новости, одну плохую. Хуже второй вообще мало что бывает. С какой начать? Какая разница? Часть первая. Мы держим курс прямехонько на Титан и не можем изменить его. Это не страшно. Предупредим Валанса, совершим посадку. Часть вторая. Корабль не управляем. Воздушные тамбуры заклинило, посадка исключена. Вот такая картина. Разве мы не можем попросить Валанса прислать нам другой корабль? Просто придется подождать немного. Вторая новость. Валанс уже послал нам навстречу кое-что.
Ракеты. Нам осталось 10 минут. Даже если корабль был бы в полной исправности, мы ничего бы не смогли сделать. Ничего. Да, пожалуй. Уверена, что иного выхода нет. Извини. Я заморожусь, стану Снегурочкой. Нет. Я же буду с тобой. Вдвоем всегда теплее. Дотронься только, и я убью тебя. Согласен. Посмотри. Нам надо сделать это. Понимаю. У тебя великолепно получается. Гарри? Иди, 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 быстро, быстро! Помоги. Еще долго. Думаю, что совсем недолго. Время прошло, свиньи, мы не можем больше ждать. Еще несколько секунд. У нас нет ни секунды. Поторопитесь. Нехорошо получается. Пошел ты. Сейчас, свиньи, сейчас!
Теперь все. Есть контакт. Прощай, Санчес Бун. Может, нас подберет какой-нибудь роскошный корабль. И будем вести роскошную жизнь? Обязательно. Изумруды Буна. Ты самый замечательный вор на свете, Гарри Максвелл. На русский язык фильм озвучен на студии «Формат А» по заказу «Стилан Видео».